Шанс, что подземный переход около МТВ центра откроют к Новому году, еще есть. Работы здесь затянулись, но, по словам главы столичной администрации Алексея Ладыкова, если город заплатит подрядчику 20 миллионов рублей, то к концу года объект будет сдан. Наши коллеги из пресс-службы главы администрации города лично оценили ситуацию. Сделать все возможное, чтобы сдать к 24 декабря. Именно такая задача была поставлена главой администрации города Чебоксары Алексеем Ладыковым во время выездного рабочего совещания на месте строительства подземного пешеходного перехода у торгового комплекса МТВ-центр. Горожане уже успели обратить внимание, что работы продолжаются намного дольше, чем было заявлено изначально. Но, как заверил глава администрации города, проблемы имеются, но они решаемы. Для того, чтобы эти работы своевременно выполнить, необходимо найти средства для подрядных организаций. Вот мы сейчас обсудили техническую возможность. Я думаю, что администрация города сможет решить этот вопрос до конца недели, если подрядная организация получит нужное финансирование, на сегодняшний день это 20 миллионов рублей, тогда будет обеспечена своевременная поставка материалов. И есть все шансы для того, чтобы в этом году этот пешеходный переход сдать. На сегодняшний день еще не завершены бетонные работы на выходах из подземки. Рабочим предстоит обложить гранитным камнем оба выхода, установить металлические конструкции, покрыть их сверху поликарбонатом и провести работы по благоустройству прилегающей территории. Если все подрядные организации сработают по четкому плану администрации города, то жители столицы смогут идти за новогодними подарками по новому пешеходному переходу.